Добрый день, друзья! Сегодня я хочу вам показать передаватель для пластиковых труб, произведенный под торговую марку Brexit. Передаватель для труб до 63 мм. Это старая модель, которая была произведена, не знаю, лет, наверное, 7 назад. Вот такой комплектации он поставляется. Ручка. Нижний упор, верхний упор, вот и все. Это старый вариант. Вот это новый вариант, который произведен буквально неделю назад. Отличия здесь два. Первое. Здесь есть упоры. Эти упоры предназначены для разного диаметра труб. Для чего это нужно? Для того, чтобы трубу не пережать. 25, 32, 40, 50 и 63 трубы. С двух сторон. Когда у вас есть какой-то диаметр трубы, переворачиваете в эту плоскость. И трубу не сможете передавить. Второй. Плюс у этого передавливателя, у него другая резьба. Специальная резьба, которая даже при попадании песка будет все равно хорошо и подниматься, и опускаться в штоку. Потому что в старом образце это обычная болтовая резьба. Даже, скорее всего, это просто использована была в производстве обычная шпилька. На этом наш обзор закончен.